Всем привет, с вами Лысый Дядь, и мы продолжаем играть в Фортс. В этой серии мы играли на ванилке и просто издевались над врагом. Серия, как всегда, получилась нереально крутая. Если вы хотите, чтобы форты выходили почаще, то не забывайте ставить лайки. Также, если не подписаны, подписывайтесь, и приятного просмотра. Так, экономику делаем первую. Все, я сразу делаю шахты. Шахту хочу построить. Понятно. Не хочу я шахту, видимо, построить. Там за меня уже все построили. А может обычно все хотя бы вот хотел? Ховики или не только ховики? Не-не, мы ховики. Мы в ховики, да-да-да, ховики. Ну уж палку сделать, чтобы улучшать это говно все, потом уже можно. Теху точно Т1 надо, ура. Ну, теха, да. О, у них ветряки так красиво. Надо лимиты для Т2 поставить. Сразу. Дайте мне. Ну и для ховиков. Мою любимую игрушку. Ник не любит снайперов. Да, Ник? В смысле не любит снайперов, Ник? Ну как не любит? Просто они мне жизнь ломают немножко, особенно кроме это. Лысый Дядь управляет. Да я вообще криво стреляю постоянно. Как победить киберспиртика и играть снайперами? Смотри, смотри, как они чинят оперативно. Там чинилки поставят. Я строю вышку имбы. Да нет. А может только снайперами? Только снайпера. Ты деревяшку не пробьешь. Ну там урона слишком мало будет, ну камон. Деревяшку так. Сейчас снайпера поставить нормально будет. Смотри, смотри, щитами обклеиваются сразу. 50 снайперов улучшенных, тогда можно. Типа челлендж такой, да? Да, теху никто не гуски. Чего? Щиты увидел? Да, понял. Марин, ты чё? Он расчеты увидел. А, всё, понял. А чё мы ничего не делаем, а? Нафига вот тут лётку пас, сейчас мы... Вы чё, русский? Нормально оставь, всё хорошо, я считаю. Оставь, да. Верёвочкой хотя привяжите. Там это, энергию надо делать теперь. Так. Они дверцу построили снизу, что-то у них там есть, кстати. Снизу? Не, ну сбоку, в смысле. Спереди. Снизу, сбоку, спереди. Снизу. Такой вниз смотрит. Где там, да? Так, все, улучшаем шахты. Ну, место под ховики есть, вроде как. Ну, надо их ставить. Деньги уже, это, энергию только. Ну, вот здесь вот. Сверху у нас. Чё они тут улучшают? Надо там обрешетки еще сделать, чтобы хотя бы спрятать ховики. Вот так обрешетки. Нифига у вас тут елда какая. Я тут башенку одну построил, небольшую. Крутить? Ну могу их. Ебать, это что за вышка? Это вот специально для дяди. Ребят, если чё, надо ставить ховики. Давайте там кучу. Вот это я люблю. Ховики в обрешетке. Давай ховики. Я занимаюсь это, его, дефом. Жесткий обстрел. Сейчас они снизу начнут эти делать. Ховики ставятся? Стреляйте, агузы, там щиты. Еще нет. А чё? А вот да. О, кто-то взорвался. Во. Слушай, давай докачаем с человека до фула. Давай снайперов прокачаем всех. Прикинь, сколько они будут. О, смотри, смотри, смотри. Ответный, балайки. Слышите, ПВО на всякий случай подготовьте. Можно еще орбиталку снизу сделать. Не, ну снайперов много, это классно. Слушай, там, а тех может быть такой класс, один бузав в нас. Да они не додумаются. Я куча снайперов, да-да. Они не додумаются. Да одного снимал бузава. Ты думаешь, он знает про бузав? Что такое бузав? Дядь, это же чат бузав построите. Там еще снайпера добавились. Смотри, смотри, они строят двери там. О. Йоу, мы одного потеряли. Улучшаемся. Мы теряем бойцов. У нас железа не хватает, почему-то. Печенка. А, твари.
15 шахтами. У нас одна шахта не улучшена, потому что... А еще одна шахта не улучшена. Улучшенной шахты нам не хватало. Да. Дробовик построили. Реки какая страшная. А что, пожары там нам... Ладно. О, ховид полетел. Кстати, пожарки, да, тоже надо. Я там крастеху сделаю. Ща оформим. Дробовик. Дробовики, огузки. А где дробовик? Дробовик огонь, где эти дробовики? Ломайте. За дверями или где? Ломать верных. Я не понимаю. А, вот, сверху, сверху, сверху. Да, двери. Открытый причем, походу. Нет, за двери. О, надо вот так обрешетку сделать, понял. На. Что-то им снайпера не нравятся наши сильно. Кто улучшает снайперов? Да ё-моё, чё с мышкой? Пробитие. У меня колесико какое странно нахрен работает. Не дамажит столько, какое пробитие? Два раза дольше. Там это, мортирка полетела, алярм. Пулеметы построили. Там самолетик полетел, алярм. О, самолетик, на, в него снайпер. На! Ой-ой-ой, минус дробовик. Давай, дробовики отваливаются. Ну падай. Ладно, я еще кину. Ну у них у дробовиков углов теперь нету на снайперов. Не благодарите. Смотрите, задепать, задепать пытался. Ник, улучшай снайперов, улучшай, улучшай снайперов. Да какое улучшение, зачем, за что? Да они будут пробивать сильно, их много, они будут кайфовые. Было бы оно вертикальным. Вертикальный снайпер. Вертикальный взвод. А, там челы приудыли, там дробовики все разбирают. Ой, ховик. Интересно, почему? Ой, да. А у нас... Да мы тут гора нормальная. Мы бы обижали, если бы с пушек играли. Вот тогда обижали, а так... Бля, пожарные даже кто тэфает, я не понял. О, сбили. Капец. Так, надо его утилизировать. Опа, там КД на дробовичке. Не защитился, не защитился. Токсик. В натуре. Ну, прикинь, сколько снайперов бронебойных просто. Снайпера. Так, снайперов что-то... Энергия, я, кстати, это снайперов восстановлю, а... Друзья, у нас энергии что-то не хватает, по-моему. Ну, снайпера все энергию жрут. Подожди, а там же там по 300, да, выстрел стоит? Йоу! Да, Марин, вы взлетки бычат не убили. У них один шовик. А, дымы они используют, слышите, это ремстанции в бой. О, снайпером сбил. Снайпер имба. Ну, опа, да, Ховик чисто снайпером детектед. Я их дефаю, я как могу, я их дефаю. Давай, давай, снайперами гаси. Йоу, как прокачанный пулеметик алярм. Пулеметик прокачанный, это сила. Бедные типы, чисто снайперами забулили. У нас нет энергии. Мы им дали много времени. Ну да. Там уже долетает. Снайпера, смотри, как жестко. Я пошел энергию делать. Давай. А я пошел снайперов улучшать, которые не улучшены. Все улучшено, практически. У нас там балки. Такая страшная печетка, я не могу, она еще никогда не была настолько страшной. Я всего лишь построил его башню. Или Брушхалим. Там, кстати, рикошетит немножко в ховике. О, снайпера, смотри, там сбивают кого-то. Они попадают во что-то постоянно. Под ховиками ремстанции поставьте, там рикошетят в них. Под ховиками? В смысле скажешь, что? Со снайперов стреляйте, не забывайте. Сейчас, подожди, запустится, ну-ка, какие кристаллики. На. Ну, ты бы уже бы просто это открыл бы вайлик какой-нибудь в интернете, все. Что, все там выходят? Все, два самолета подряд, алло. О. Это фаталочка. На. Эм. На. Эм.
снайпера в бой. Сейчас лучше ПМ полетит. Так, загрузилось? Снайперов попасть пытаются. Их снайпера самое больше бесит. Ховики фигня у снайпера. Самые 9 ховиков. О, загрузилось, офигеть. Так, это где ты? Так, а что тебе тут надо? Чисто на пофигу. Поговорите с Жак, поговори с ним. А это серый, ты его не активируешь. Какой еще Жак? Ты активируешь, может, синий или оранжевый? Поговори. А, это сундук. Фреско, согласен. Так может, сундук этот квестовый, господи, поговори с Жаком. Конечно, печатка классная. Пищит. Вот. Players, блять, просто снайперами пам-пам-пам, уже все классно. Йо, ховик полетел. Ебать, батареек, алярм. Надеюсь, я не умру. Ой, одного снайпера сбили. О, там мои самолеты сейчас достроятся. Ховики только прилетят. На, нифига себе. Самолеты вдобавок. Можно поджечь, кстати, пиво бомбу. Да им все уже. Что не пищат сильно. Итак, и снайперами. Снайперами добивание. Так с пулемета чисто снайперами. Снайпера уже неэффективны. Блять, батарейка. Они все снайперов. Они все снайперов пытаются забить. Так. Что у нас? Да, кстати, снайперов... О, они ПВОшкой снайперов убивают. Там кто-то со снайперов перестал стрелять. Нет, а снайпера уже не актуальны. Я перестал уже стрелять. Уже не во что стрелять. Огонь! Уже стрелять-то не во что. Вон ховики открытые, обрати внимание, абсолютно открытые. Райдер стоит, стой нами. Токсик. Жесткий человек. Капсом токсик еще. Снайперами. Снайпера не понравились ему? Имба батарейки, согласен. Ему снайпера не понравились почему-то. Токсики сразу. Используем оружие, самое стартовое. Это нам ховик один сбили. Ужас. Пулеметик Сигма. Да, нам еще один сбили прям на подлете. Нифига. Да сбивон открытый стоит ховик, алло. И пушка под ним. Куда поверху огонь, по низу огонь надо, где ваш прицел? На, прям в ховик, на еще раз. Во, второй в ховик. Попало. Третий в ховик, четвертый в ховик не попал. Пятый, шестой. Седьмой, восьмой. О, вздох. Так, ну-ка. Это такое пропустил? Чисто снайперами, снайперов в 20. А там ховики это сейчас. А, блин, там половина сдохнет. Они чисто забулились. Жестко. О. Ховиков дальше нужно стрелять. О, что там происходит? Ужас, что это? Ужас. А что ты ее выше не построил, а? Ужас. Надо следующую сделать, чисто снайперов кучу. Прикинь, будет какой-то. Где магнобил для ховиков, я не понял. А зачем? У нас ховики такие, в разные стороны бьют. Да блин, денег нет на ховики, друзья. О господи, что у вас с экономикой? Ужас. Видите тебе наша печенька, а? Нравится, сколько батареек у нас? Мне нравится, какой у нас корабль и какой у них огрызок. Я стрелять не могу, подожди. У нас корабль, который с одного удара может умереть. Титала нету. Он не может, он умрет. Кто-то остался вообще или нет? Там два человека еще. Там чел написал токсик и сдох. И сдох. Пожарок, огонь. О! Последний реактор, все. Чёрт. Ну это весело было. Чёрт, сейчас увидят вот эти вот все батарейки такие. Типа они на один удар были. Друзья, а на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Также вступайте в наш Discord, все ссылки в описании. И всем пока.